Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как постоянно вылетающее оповещение о том, что что-то помешало установке компонента. У меня есть уже подобное видео на канале, но там мы разобрали не все. Есть более верный вариант, как отключить это оповещение навсегда. Во-первых, хотелось бы сказать, почему это происходит. В основном такое оповещение вылетает у пользователей, которые пользуются 3G или 4G модемами. Такие модемы имеют определенный тип подключения, и поэтому накладывается ограничение на сетевые скачивания. Отсюда и проблема, постоянно вылетает это оповещение. Просто-напросто не могут установиться языковые пакеты. Данную проблему можно решить несколькими способами. Первый из них – это просто подключиться к сети Wi-Fi, если такая возможность есть. Языковые пакеты скачаются и установятся, после чего оповещение должно прекратить свои вылеты. А второй вариант более верный и надежный, о котором я и хотел рассказать – это просто отключение задачи. Для этого нам понадобится планировщик задач. В поиске вводим планировщик задач, точнее задание, открываем его. Вот здесь стрелочка рядом с библиотекой планировщика, открываем. На стрелочку Microsoft, Windows и ищем Language Components Installer. Открываем его. И вот здесь вот у нас есть компонент под названием Installation. Правой кнопкой мыши на нем жмем и отключить. Закрываем планировщик заданий. И все. Данное оповещение больше вас не побеспокоит. Если необходимо, перезагрузите компьютер. И все. Надеюсь, что я вам помог. Спасибо за внимание. Всего доброго.